душа. Душевные игры – это редкость во все времена. Компанию Bethesda долгое время ругали за то, что их последней душевной игрой была Morrowind. Остальные, мол, неплохие, но уже не то. Не цепляет так сильно. Поэтому пятую часть Elder Scrolls поначалу тоже укрыла тень сомнения. Зря. Теперь Bethesda могут расслабиться и принимать поздравления. Представляем вашему вниманию видеообзор игры The Elder Scrolls 5 Skyrim на Playground.ru. Одной из проблем предыдущей части было то, что ее не шибко хотелось исследовать. Ситуация очень обидная для подобной игры, согласитесь. В Скайриме все наоборот. Его безумно тянет исследовать. Это огромный мир, полностью сделанный ручками, а не каким-то там генератором. На то, чтобы пересечь его, потребуется огромное количество времени, чтобы обойти все большие города в разы больше. На его исследование уйдут недели, и то никто не может поручиться, что вы увидите все. Хочешь бессмертной славы в песне? Не хочешь, чтобы тебя славили в веках? Нет, не хочу. Когда я прославлюсь по всему Тамриэлю, ты об этом решении пожалеешь. Скайрим – край холодный, но живой. Он завораживает своими горами, своими скалами, своими горными ручьями, своими тундрами, по которым бегают олени, своими лесами, где прячутся волки и лисы, своими золотыми чащами, где бродят разъяренные медведи, своими северными сияниями и беспросветными, лютыми вьюгами, когда ветер рвет, снег летит хлопьями в глаза и ни черта не видно. Своей архитектурой. Наконец, своими извилистыми, хитрыми, самобытными подземельями. Неважно, бушует погода или нет, перед глазами всегда разворачивается невероятно живописная картина. И все это под божественную музыку Джереми Соула и бардовские песни, которые даже в русской локализации звучат неплохо. Но прежде очистим отчизну свою, не уступим мы наших надежд воронью. Иной раз на какой-нибудь горной тропе можно встретиться с драконом. Он будет парить кругами, изрыгать пламя и наводить ужас на путников. Драконов долгое время не было в этих краях, но теперь они стали возвращаться. И это тревожит весь Скайрим, который и так находится в состоянии гражданской войны. Появление драконов сулит беды, особенно народ боится самого могучего из них – Альдуина. Единственный, кто может его остановить – это драконорожденный, также известный как Довокин. По стечению обстоятельств, главный герой, один из заключенных, как раз оказывается Довокином. Квестов полно. Выше крыши. Если уже в самом начале игры вы бросите сюжетное задание и пойдете гулять по миру, не пугайтесь, это нормальное явление. Разнообразие огромно. От длинных кровавых походов, глубокие подземелья до коротких разговорных курьезов. Традиционно какие-то квесты находят вас сами, какие-то попадаются случайно. Подойди к девушке на рынке, и она пожалуется на приставучего барда. Пара слов с этим донжуаном, и вопрос решен. Может, это и верно. Думаю, я просто не хотел, чтобы все подумали, что я не смогу окрутить Нордку. А можно подойти на том же рынке к другой женщине, и она выдаст такой квест, что в нем и стелс, и путешествие за 39 земель, и еще парочка развилок. Можно с кем-нибудь выпить и очнуться на другом краю карты. А можно сжалиться над каким-нибудь бомжом, который ищет своего хозяина, после чего попасть в сумасшедший квест Шигарата. Принц Даэдра, как всегда, отжигает. Задание несложное, но веселое и сюрреалистичное. Действие происходит в голове мертвого Пелагия Безумного, которому нужно вправить мозги с помощью Ваба-Джека. А что ты тебя, мой маленький смертный приспешник? Ты можешь оставить себе Ваба-Джека как знак моей... да просто забери эту гадость. Есть, разумеется, и квесты от гильдий. Боевое братство, магический колледж, гильдия воров – все это на месте. Можно вступить в коллегию бардов, в которой вас сначала попросят в пещеры сбегать, а потом еще и песню дописать. Такой вот необычный способ стать официальным певцом. Ха, они все перепутали. Да, я это вписываю. Хорошая строчка, чтобы рассмешить аудиторию при дворе. Боевка в Скайриме действительно похорошела, пускай и не сделать каких-то длинных комбо. Стрельба из лука стала труднее, поэтому нужно потратить много времени как на тренировку, так и на раскачку. Если вы хотите не просто стрелять из лука, но еще и убивать с помощью него.
Разрешается также зачаровывать оружие и использовать магию одновременно с одноручным мечом. Или одно заклинание в одну руку, второе заклинание в другую. Еще одной новинкой стали крики. Это уникальный вид магии драконорожденного. Разновидностей криков много, но добыть их непросто. Чтобы изучить новый прием, нужно найти слово. Найти его нужно самостоятельно. Обычно оно находится в каких-нибудь пещерах, за 10 дверями и хитрыми ловушками. Так что запасайтесь лечебными зельями. Но даже если вы найдете крик, вы, скорее всего, не сможете его использовать. На каждый крик приходится по одной душе дракона. А получить ее можно лишь в одном случае, собственно, убить крылатую тварь. Некоторые драконы встречаются случайно, некоторые попадаются по квесту. Одних убить легко, других тяжелее. Тем не менее, каждая схватка с ними эпична. Серьезно изменилась прокачка. Она стала намного удобнее и правильнее. Прокачивается то, чем вы пользуетесь, и ничего лишнего. Впрочем, некоторые параметры можно улучшить за деньги. Если вы хотите стать более красноречивым, идите в коллегию бардов, и вас там научат за умеренную плату. После достижения каждого нового уровня игроку дается выбор, что развивать – магию, здоровье или выносливость. Дальше вручается одно единственное, но драгоценное очко. С ним нужно обходиться внимательно, потому что навыков слишком много, и на каждый из них приходится внушительное дерево умений. К тому же, некоторые умения имеют несколько ступеней изучаемости. Словом, назвать новую систему неглубокой или, простите, казуальной, язык не поворачивается. Skyrim — это собрание всего лучшего, что есть в серии и в жанре в целом. В ней виден огромный опыт, заработанный на ошибках Обливиона и Fallout'а. Она предоставляет такие возможности для отыгрыша, которых в современных играх практически нет. Здесь хочется просто гулять, хочется исследовать, хочется читать книги, которые раньше были неинтересны, хочется слушать людей и помогать им. Bethesda создала поразительно насыщенный, живописный и такой живой мир. А с ним невероятно душевную игру. Удачи и до встречи на Playground.ru. За юность мы пьем, прошлым дням наш почет. Скоро век произвола совсем истечет. Мы скайримские дети, битва нам словно мать. Нас Сомгард ждет светлый, каждый раз жизнь отдать.